비디오 안녕하세요. 잘 지내시죠? 오늘은 제11과를 공부해 볼 거예요. 아, 제11과는 아, 부탁과 고졸에 대한 단원이에요. 그럼 먼저 사진을 좀 보세요. 아, 이 사진은 아, 사람들이 뭐하고 있어요? 그리고 아, 여자는 남자에게 어떤 부탁을 한것 같아요? 어떻게 생각하세요? 아, 제 생각에는 아, 여자는 남자에게 이렇게 했어요. 아, 프린터가 좀 이상한데, 어, 좀프해주실래요 고쳐주실 수 있으세요? 이렇게 어, 했나봐요. 네. 그리고 이 사진은요. 어, 여자는 좀 너무 무거운 상자를 들고 있어요. 어, 그러니까 남자에게 어떻게 했을까요? 어, 상자가 너무 무거운데 좀 같이 들어줄래요? 그래서 남자는 어, 여자를 도와줘요. 네? 어, 그럼 오늘은 여러분 어, 같이 어, 부탁과 고조를 대해 배워 볼 거예요. 어, 한국 사람들이 그 부탁과 고조를 하는 기술을 아주 중요하게 생각해요. 어, 보통 아주 예의 있게 예의 바르게 어, 부탁과 고조를 해요. 어, 그러니까, 어, 우리도 어, 오늘 좀 배워 볼까요？먼저 네, 먼저 어휘를 봅시다. 1분에 어, 제시 된 어휘 목록은, 어, 부탁하 게 되는 일에 대한 어휘예요. Uh, да, то здесь выражения связаны, uh, ну, собственно, с содержанием просьб. Бутакней, пюхенейо. Саддю, да. Uh, купить. Uh, давайте сразу тренироваться, будем сразу просить uh, теми способами, которые вы уже uh, овладели. Давайте попросим. Вы не купите мне мороженое? 좀사 네. 그 다음에? サда جуда. サда جуда. Uh, это значит купить и принести. Да? Здесь вот возникает uh, вот это та. Да? Вторая основа смыслового глагола плюс та. То есть, например, сада, uh, каджуда, да, да, да. Uh, используется тогда, когда есть какое-то перемещение предмета в пространстве. То есть, uh, Предмет, товар, да, куплен в одном месте, а отдается в другом, да? В этом смысле важно понимать а, разницу между саджу са да и сададжу да. Саджу да обычно предполагается, что вы просите именно для вас что-то купить, то есть а, вы сами не собираетесь это оплачивать, да. Сададжу да, а вы скорее всего вернете деньги, да. То есть, если вы говорите, айс-крем, чем сададжу сайо, вы просите вам принести, вы, наверное, отдадите деньги, да? То есть здесь чуть-чуть э, другое значение. Котайме пиллюджуда, Взять что-то, одолжить, дать на время, да? Давайте попросим э, на временный словарь. Садионэль пиллюджуси Передать. Давайте попросим. Вы не могли бы это передать, этот документ э, начальнику? Саджаним ке сорюрл Алло джуда. Алло джуда. Сообщать, информировать. А, давайте представим сотрудник, например, отеля или турагентства просит. Вы не назовете свои контактные данные? Йоллакчо Чо джом Алло Дэме, матачуда, матачуда. Мата это значит э, брать на себя, брать под свою ответственность. И часто используется, например, в ситуации, когда вы просите э, кого-то присмотреть за вашими вещами. Да? Давайте так и скажем. А вы не посмотрите за моим багажом, за моими вещами? Чимл чом, матаджу силле. Ты роджу да. Ты роджу, да. Может означать именно выслушать, да, послушать, но очень часто раз уж у нас тема именно "путак", «путагр "ты да, это значит выполнить просьбу, да? Давайте так и скажем, а вы не выполните мою просьбу? "путак чем ты роцюшлео мади магро омгио дюда омгио передвигать, перетаскивать, перемещать. Давайте попросим, а вы не, пере... не перетащите этот стол а, в зал для переговоров? И чексанэр хуэйшилло омгёжущилэйо? Ибон... Хэбобшида. Бутакальтэ сайоганэн пюхёньэйо. Здесь именно выражение, которое мы используем uh, при просьбе. Uh, ну вот посмотрите, как они все выглядят, да? Почти все они 어떤 문장이에요? 질문이에요. 맞아요? 질문이에요. 어, 그럼 한국 사람들은 어, 다른 사람에게 뭔가를 부탁해야 할때 어, 직접적으로 말하기보다는 간접적으로 표현해요. Да, обычно именно 어, корейский язык стремится к 어, большей плавности, деликатности, да, не категоричности. 어, поэтому 어, 한국 사람들은 보통 일수 있어요? 아, 어, 을래요? 아, 어, 겠습니까?처럼 질문을 사용하여 어, 부탁을 어, 하는 경우가 많아요. 사실은 러시아 사람들도 마찬가지예요. 맞죠? 러시아 사람들도 어, 부탁할 때 어, 질문을 해요. 네. 니 모글리 бы вы сделать? 다? 니 부지테 리 вы так добры? 아, 다? 그럼 러시아 사람들도 어, 부탁할 때 Челмун Ро Пехунео Кром Ильгоубулькаев Адиман Игот Чем Туаджиши Простите, пожалуйста, вы не будете так добры помочь Сиган из Сишимен Туаджиши Другой способ, да? Если у вас есть время, вы не могли бы мне помочь? Ага. Мьян Адиман Игот Чем Туаджиши Видите, мы как будто спускаемся все время на ступеньку ниже а, в степенях вежливости и почтительности. Да? То есть первый вариант – очень высокий, вто, второй тоже, да, это прямо самые деликатные способы, даже, знаете, вот можно и здесь тоже, ju, sil, sui, si, se, да, не бойтесь быть чрезмерно вежливыми, а, это только правильно, вот, здесь уже попроще, да, хотя, смотрите, вежливость по-прежнему присутствует, но мы Вспоминаем, да, грамматика лэйо сама по себе, что значит. А вы не хотели бы вы, да, то есть а не хотели бы вы мне помочь. То есть уже как бы мы предполагаем, что человек, в общем, готов, да. А, Мянаджмент тоже более как бы чуть более низкая ступень вежливости, да, чем аджиман». конечно. Преподавателю пожилому старшему человеку, начальнику вы так не скажете. А, далее, цамкан на чем туваджле, здесь просто панмаль да и в конце смотрите, на чем тоаджу, помоги мне. Вообще точка без вопроса. Да? Но, обращаю ваше внимание, все равно мы обязательно сохраняем служебный глагол чуда, показывающий адресованность действия, да, что действие ради меня. Вот просто сказать «туа» – это странно и нелепо. Да, обязательно должно быть направленность, направленность действия. 아, 다. 자, 그 다음에 여러분 타이임 상황에서 어떻게 부탁할 거예요? 어, 여러분이 혼자 어떤 일을 하기 어려울 때 어, 모르는 사람이나 윗 사람에게 갑자기 도와줘요라고 말하면 어떨까요? 좀 이상하죠? 어, 이상해요. 어, 그래서 먼저 죄송합니다. 미안합니다. 어, 하고 양해를 구한 후에 이것 좀 도와주시겠습니까? 이렇게 예의 바르게 예의 있게 부탁해요. 맞아요? 어, 부탁은 어, 부탁을 받는 사람에게 부담이 되는 행동이에요. 맞죠? 그래서 한국 사람들은 부탁을 하기 전에 먼저 양해를 구하는 말을 하기도 해요. 네, 보통 죄송합니다만 죄송한데요. 미안한데 어, 정말 미안한데 이렇게 а, Янхерл а, Кухею. А, кром Тигм а, Ибон Попши, да, Тингуэге Кунтигл Пиллида. да, здесь нам предлагают посмотреть разные ситуации, да, Сонбэге Кабангл Чамсиматки, да, Хэсай Эсо Пузанимке и Ранин Конечно же, будут различаться способы uh, prośbe pat nashenyuk starsum ilik k r a v n m 친구에게, a 어, 부탁하는 방법과, a 어, 부자님께 아니면 선생님께 부탁, 하는 방법이, a 어, 다르죠. 맞아요? 그, 그래, 그러니까, 여기, a 어, 좀, 봅시다. 그럼, 친구에게 책을 빌리고 싶을 때, 어떻게 할수 있어요? 봅시다. 첫 번째는 미안하지만 책좀 아, 여기 드린 것 같아요. 죄송합니다. 아, 이것은 점이에요. 좀 빌려줄 수 있어? 그 다음에 책좀 빌려줄래? 그 다음에 책좀 빌려줘. 아니면 줘라 Ну надо п 타 это уже прям совсем авторитарный такой стиль, прямо сверху вниз, да. То есть это скорее даже не другу. А, не знаю, родитель ребенку, да, может быть. То есть так, конечно, не надо, но а, написал вам все, чтобы все было. Здесь, видите, даже просьбы нет, да, но представьте, мы тоже можем, когда мы с человеком особо не церемонимся и, в общем, не сомневаемся в том, что он нам готов это отдать или одолжить, мы просто, да, можем сказать, я возьму у тебя, да? Да, я возьму. <laughs> То есть, вот это аналог в корейском, да. Uh, и вот еще вариант такой. Здесь наоборот, здесь вы прям спрашиваете разрешение. Uh, да, тут как раз таки uh, спрашивающий готов к тому, что uh, ему откажут вообще, да. Китайме. Кром мурунен сарамеге отоке Попсида. Число диманц один тём Да, давайте отметим. Вот мы в начале обязательно как бы спрашиваем, ну вообще разрешение, да, на то, чтобы с человеком заговорить, фактически. Да, извините, пожалуйста. Чисель сюсюссяя. Очень вежливо, очень аккуратно, да, вы не могли бы. Так, тубон тенун, тубон те пампобун. Число один тём Другой вариант, не менее вежливый, можно вот добавить Квентян и Семен, да, то есть если вам не трудно, да, мы так тоже добавляем в русском, да, если вам не сложно. Селезиман, Садин Чомбу, так и только я Можно вас попросить, да, о фотографии, да, такой вариант а, тоже есть. кром, угу. Хеблькайо. Итак, давайте быстренько пройдемся, да, Контигуль пиллида. Тингуэге кончигель пиллида. Как скажем, да? Можно по-простому, да, на панмале, если мы с ним на равных, да, кончигель пиллодзюле, да, или может быть даже просто кончигель пиллодзю. Так, сонбэге КАБАНУЛЬ чамси маткида. Мы ему оставляем на некоторое время под присмотр сонбэ сумку, да? Я думаю, все знают, кто такой сонбэ, да, старший товарищ по учебе, например, да, тот, кто учится старше вас в этой же школе или в этом же живузе. А, да, однозначно нужно тоже общаться с ним вежливо, то есть на чондэнмаль, а, но не так уж прям, чтобы совсем, да, все-таки это не начальник, поэтому а, ну какой-то такой средний вариант, да, например, чусиллео, да, чом мата чусиллео, магро 부장님께 но здесь давайте вложим всю вежливость, всю почтительность, да. Пусть они памбу был, чем 가르쳐 주시겠어요" или "Панбу был, 가르쳐 джушильсу Да, здесь очень аккуратно, потому что это начальник. те чем то охуел, гонбуе бобида. йоги 보세요. Путаква коджол. Просьбы и отказы. Путакада. Просить. Да? Ну, например, как можем сказать? Минсуши. Ите чом туисеге чоне джулео. Путакео. Просто прошу. Да? Ктеме. Путагр тироджуда. Путагр тироджуда. Выполнить просьбу. Да? Например, как можем использовать? Тоги те, так, чем ты ругался, вы не могли бы выполнить мою просьбу? Да. Катаеме 도움을 청하다. 어, 혼자 일하기가 어려워서 친구에게 도움을 청했어요. попросить о помощи, да? 청 это иероглиф, связанный с вообще просьбой, запросами, обращением, да? 도움을 청하다. Катаеме «Июрэл сольмёнгада. Объяснить причину. «Июрэл сольмёнгада. – «Чингуэге бутагл дырожул ты омнын июрл сольмёнгэ Да, я объяснил причину, по которой бутагл дырожул су омнын ию, по которой не могу выполнить его просьбу. Бутаги итта. Да? Простое, но очень важное выражение в этой теме, потому что с этого начинается вообще ваш разговор о, о вашей проблеме. Да? Там, то, минсуси, бутаги или бутаги хана ниндео, да, или можно бутакты рельге хана ниндео, вот так вот. Дайме, бутагыр коджорада, бутагыр коджорада. Отказать, ответить отказом а, на просьбу. 어나 예를 들면 친구가 숙취를 도와달라고 부탁을 했는데 저는 일이 너무 많아서 부탁을 거절했어요. 음? 그다음에 도움을 받다. 도움을 받다. получить помощь, п р и н 나 지난번에 친구에게서 도움을 많이 받았어요. 그다음에 핑계를 대다. 핑계를 А, «Пенге» – интересное слово. Это все, что связано с предлогами, отговорками. А, ну может быть даже отмазками если грубо вот ну и слово такое имеет как бы негативный а, подтекст то есть а, даже знаете так говорят ипинги чоппинги когда там у него одни отмазки одни отговорки то одно то другое а, да то есть а, пингерель тогда а, обычно используется когда мы подозреваем что человек выдумывает предлоги чтобы там отказаться от работы или от чего-то еще от обязанностей своих каких-то Uh, да, ярол дермен, чунгуга бутагл хенненде, паппы даго, пингерол тего, кочересою. Да, вот вдруг меня попросил, а я как бы сослалась на занятость и отказалась. Ирбун идзе, чом йонсип, Йоги, Здесь у нас слова, ну, нужно подобрать по смыслу, да. Да. 도와주다, 도움을 받다, 부탁하다, 고조라다 들어주다. 다음에 잊어버림. 일번 필요한 것이 있으면 저에게 뭐? если что-то нужно, 저에게 попросите е н я 다? 나 v н о е вот это слово. 저에게 부탁하세요. 네, 이번 친구가 몸에 같이 가요라고 말했지만 저는 어떻게 했어요?

Uh, нужно сделать определение да, к другу. Друг, который что делает в сложных обстоятельствах, когда какие-то трудности? Помогает, да, наверное. Туа джунын. Туа джунын чингуга, чунгмал чуин не да. Не. Иде. Тарын ёнцин мунжига иннэнде. Кати.

И принести, да, продукт покупается в одном месте, отдается в другом, да, и, скорее всего, за него вернут деньги, да, что нам подойдет. бутаги, Uh, вот это здесь мы видим причину. Кстати, вот частый оборот, смотрите, uh, не просто сказать, мы могли просто сказать "Паппенде", да, чо чем "Паппенде". Uh, ну вот часто так вот формулируют, чтобы как бы еще больше, еще более мягко это звучало, еще более как-то оправдательно, да. Ну вот я занят, да, вот, вот видишь, я занят, вот, вот я занят, вот поэтому я к вам обращаюсь, да. Паппосокирео, это потому что я занят. Поэтому очень тоже изящно это звучит в просьбах. Uh, Смотрим дальше. Не, садаль джулькео. Что тут у нас есть? Тарын Бутагын, Опсайо. Да, ну что, подойдет, наверное, вот это, да, потому что уже явно просьба звучит, поэтому будет странно второй. Тарин Бутагын, опсайо. Ничего больше не нужно. Может быть, что-то еще нужно. Кимпапман, сада джументео. А, нет, да, достаточно будет только того, что вы купите кимпапы для меня. Попишем он тайме, Так как ты соку мало Что подойдет? Как думаете? Ибан. Не? Так ты соку мало Спасибо, что выполнили просьбу. Мулю. Попишем да, сам не да. Тоже важный момент, как отвечать на благодарность. Uh, нужно отвечать на нее скромно, да, отказываясь от излишних восхвалений. Поэтому год то, а да Да, ну что вы, ничего особенного, я для вас ничего особенного и не сделал. Да? И те, он поп, поп общита. он йоги, аджу, чоуин сыника, 아, 설명을 같이 읽어 봅시다. 는데요는 동사나 경용사 뒤에 붙어서 어떤 상황을 전달하면서 듣는 사람의 반응을 기대함을 나타내요. 화자가 하고 싶은 말을 하기 전에 미리 준비하는 표현으로 아, 사용된다. 사용돼요. Да, נצ прибавляется к 그, 아, глаголу или прилагательному, п е р е д а е т какое-то обстоятельство и вот сейчас самое главное. п е р е д а е т а 아, то, что вы ждете, кидей хода, ожидаете панын реакции того, кто вас слушает. А, тот, кто говорит, перед тем, как что-то сказать, а, да, вот э, Говорит, говорит заранее заготовленное вот это выражение, да, то есть вот фраза с нендео используется в качестве заранее как бы заготовленного выражения перед тем, как а, человек, собственно, а, выразит свою просьбу, да, уже прежде чем он а, выразится по сути. 그럼 한국 사람들은 부탁을 할 아 어, 상대방에게 자신이 부탁할 게 있다는 사실을 미리 알려줘 상대방이 마음에 준비를 할수 있도록 해요 이것은 어, 갑자기 부탁을 받았을 때 상대방이 갖게 되는 부담감을 줄여 줄여는 것이에요. То есть 어, о чём речь? Опять же речь о культуре общения в целом, да? 어, просьба это ну, такая отягчающая вещь, да, не все мы готовы в любой момент слышать просьбу и ее выполнять. Поэтому нужно подготовить собеседника, постепенно вывести его вот к разговору о просьбе, да, поэтому для такой вот подготовительной стадии нужна фраза с нэндэйо. Кром, 네? uh, тарин и сое. Давайте представим, что вот у вас что-то есть, что сказать. Кресо, uh, к и ягирю типчоп хаги 상대방이 좋아하고 이야기할 수 있는지 상황을 먼저 보아요. 어, 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 이 상황을 먼저 보려면 할 말이 있는데요, 아니면 드릴 말씀이 있는데요, 어, 해요. 네, 해야 해요. 어, 이와 같이 말하는 사람이 하고 싶은 말을 하기 전에 미리 준비하면서 듣는 사람의 반응을 기대할 때 는데요를 사용해요. 아, да? 아, теперь давайте посмотрим а, примерчики. 선생님, 드릴 말씀이 있는데요. 네, 무슨 얘기예요? Обратите внимание, вот здесь все важно. Если вы обращаетесь к, выс, к высшему, да, к виссарам и гемаральте, Халь мари иннын дыо хагиподаны, тыриль мальсими иннын дыо мари то Да, нужно именно сказать вот так: показать свою вежливость, выбрав вежливый эквивалент мальсим вместо маль, тыриль вместо халь. Да, да господин преподаватель, мне нужно кое-что вам сказать. Да? Так, ибон. Бутаги нендео, да, или вот как я уже говорила, можете добавить хана. Да, бутаги хана и нендео. у меня к вам просьба. Чоги, хальмари ненде. Хукси, пальпио сенсо, чон Ну, чоги это способ как бы подозвать, да, человека обратить внимание. У меня как бы к вам дело, да, вы случайно не сможете поменяться со мной э, в очередности выступлений, да? Пальпю это устные выступления, сунсо очередь, очередность, последовательность, а, вот, да? Видите, на Панмале вам тоже а, показали, как это будет. чом, мунпоп, йонсбер. Давайте немножко обсудим формы в принципе, вы все это знаете, но немножко на всякий случай прояснить. А, с глаголами, а также с прилагательными и талта а, мы выбираем окончание ниндео. Да? Поэтому ты ниндео, цю ниндео, Для прилагательных ндео или ндео, да, то есть вы делаете определительную форму и далее добавляете тео, да, еппендео, а, для связок и да или они а да будут форма соответственно индео аниндео. Ну в принципе как и для прилагательных, да, просто нужно отдельно это говорить, поскольку это связки, да. Поэтому, например, да, кто-то врач, иса индео, не врач, исага онидео, халигос индео, пожалуйста, будущее время. А после все, что мы сейчас описали, это касается настоящего времени для прошедшего времени или, кстати, суффикс а для всех форм прилагательных глаголов, связок, неважно. После прошедшего времени мы берем ниндео. То есть сделали суффикс, добавили ниндео. Маситке ниндео. Могон ниндео. То же самое, допустим, там кто-то был красивым. Да, Япон ниндео. Кто-то был врачом. Иса И так далее. Да? А Итак, предлагаю вам слово. Вы делаете форму, да? Когда? Как будет? Ка-Ниндео. Дайме? Мокта. Как будет? Монн-Ниндео. Ипта. Им-Ниндео. Не. Мандельда. Здесь подумайте. Риль, который... 니 е с о ч е т 스니인 남, уходит, п о э т 만드는데요 그다음에 살다 사는데요. 그다음에 있다 있는데요. 그다음에 짐이 없다 짐이 없는데요. 좋다. 그다음에 좋은데요. 네. 또 연습해 볼까요? 춥다. Здесь подумайте. Пип. Чу ундео. Кда. Кндео. да Как раз то, что актуально для нашей темы, потому что именно ä, с этой формы хорошо начать ä, подходить к вашей просьбе. Да? Мянандео. Да, чу мянандео. Бутаги Похоже. Чу да Аналогично. Чу дюсом связка, да, как будет со связкой. студент, да, студент, Прошедшее время. Как будет? Оставляем прошедший суффикс, добавляем да, независимо от а, части речи. Тут да, факту снова связка, да, 대화를 들어보세요. 어, 이 대화에서는 어, 두이 씨와 어, 정우 씨는 어, 회의 준비에 대해 어, 이야기하고 있어요. 그럼 여러분, 어, 두이 씨가 정우 씨에게 무슨 일이 어, 무슨 일에 대해 이야기했는지, 어, 그리고 회의가 언제인지, 그리고 어, 투이 씨는 정우 씨를 어, 도와줄 것인지 어, 알아보세요. 네? 11과 부탁과 거절, 대화 1. 저, 투이 씨. 부탁이 있는데요. 무슨 부탁이에요? 다음 주에 한국에서 오시는 중요한 손님과 회의가 있는데 회의 준비 좀 해줄 수 있어요? 제가 마중을 나가야 해서요. 네. 회의가 언제인데요? 다음 주 금요일요. 어쩌죠? 그때는 제가 출장을 가서 곤란해요. 미안해요. 아니에요. 할수 없죠. 다른 사람에게 다, ну вот видите, как раз все, о чем мы говорили, да, Чонг Уси не сразу 어, приступает к просьбе. Сначала он подготавливает свою собеседницу. Он говорит, ту и у меня к вам просьба. Мусин бутагео,

Uh, дело в том, что я должен uh, выехать его встретить. Да? Джунгуль, на нагада, хорошее выражение, встречать uh, в аэропорту, на вокзале, то есть встречать пребывающих. Да? Э, он день uh, Да, а когда совещание? Кстати, вот uh, тоже обратите внимание, индео или ниндео uh, может звучать также и в вопросах, в самых разных ситуациях, то есть мы сейчас подробно поговорили с вами о ситуациях просьб, но на самом деле а, нндай очень часто звучит в конце фразы, когда вы показываете, что вы ждете продолжения разговора, когда вы ждете реакции. А, вот. То есть вот в этом смысле даже, ну, это что ли более как бы вежливо и корректно по отношению к собеседнику показывать, что вы не просто что-то сказали и на этом закончили, что вы ждете реакции, да, то есть в это, особенно, например, в телефонном разговоре это важно, да, когда, например, вы позвали кого-то к телефону, да, там, допустим, «Туи сичом, покодиш гисоё», позовете к телефону «Туи», никто не ответит «Туи сига обсоё», скажет «А, туи сига цигым анкесиндэё», да, или тебе с такой даже немножко вопросительной интонацией, идущей вверх, показывающей, что вы готовы продолжать разговор дальше, да, или вы сами что-то добавите там, а что передать ей? Или вы а, ждете, что вам сейчас скажут, там, а передайте ей, пожалуйста, что я звонил. Вот, поэтому обращайте внимание и сами пользуйтесь. Time to come На следующей неделе в пятницу. 곤란해요, 여러분, 아, 중요하고, очень важно не только красиво, правильно, вежливо просить, но и отказываться. Вот здесь очень-очень такой пример образцовый. Во-первых, она спрашивает «О чё или могла бы еще спросить «О то «Ой, как же быть?» Таким образом, вы показываете, уже начинаете готовить собеседника, что вы э, не сможете помочь, да? Но при этом вы выражаете сразу некое сочувствие, что вы ну, огорчены тем, что вы не можете помочь. А у меня в это время, я в это время уезжаю в командировку, поэтому куланею. Куланею тоже очень важное слово в теме просьбы и отказов. А это значит затруднительно. А, то есть, вот именно трудно, затруднительно, особенно вот хорошо звучит, когда вы отказываетесь от выполнения просьбы. А, да, и можно даже сказать, допустим, куланан бутак, да, ты роджуги куланан бутак а, просьба сложная для исполнения. Извините, пожалуйста. Они, хальсопчо, тарынцарамаге бутак и пулькео. Опять же, классическая очень э, красивая реакция на отказ. А, да, в ситуации отказа э, как бы каждый заботится о том, чтобы собеседник не потерял лицо. Да, поэтому вот ту и а, так а, подробно. Извиняется, а Чуму, в свою очередь, должен скорее помочь ей, спасти ее от этого неприятного ощущения, что она не смогла исполнить просьбу. Поэтому он говорит: ничего страшного, ничего не поделаешь, да, также могло бы прозвучать, например, я попрошу другого кого-нибудь. Еще раз, да, извините, что не смогла помочь. Да? Рабунде, 이제 и 해봅시다. Нам нужно выбрать из представленных выражений а, и уставить ставить их с помощью нендео. Давайте посмотрим, а что есть. Хан мари та, чогу морёп Смотрим. 1번. Туйши, хал мари у меня к вам есть дело. Да, в чем дело? О чем речь? Минсуя Момомо. посмотрим. Нанте, мусын бутаги, а ну сразу видим, да, слово бутак есть, да. Если человек переспрашивает, что за просьба, значит, давайте используем вот это и грамматику. Бутаги. Иннде. <to nuest grammar> <though>. Да, если мы общаемся на панмале, мы не должны использовать обязательно «ю», да, и на панмале мы скажем просто иннде. Бутаги нынде. Самбан. му имундзега му му Крео, кром тащи, Да что отвечает преподаватель? Объясню еще раз. Uh, что может быть про, ну, что можно сказать про проблему, если в ответе uh, ее еще раз объяснят? Наверное, она сложная, да? Вот у нас есть ответ. Давайте сделаем. Орео-Ундео. имунджуга, чогуем, Вот видите, здесь человек а, ни о чем не просит да, пока еще, а, ну хотя наверное подразумевается просьба, да, объясните, пожалуйста. Но даже а, преподаватель сам понимает, потому что за этим ореундео а, кроется продолж... ожидание продолжения беседы, да, то есть или сам сейчас человек попросит объяснить, а, или он ждет, что ему объяснят. А, Сабан, тебя 오늘 Не, 여기요. Давайте посмотрим, о чем тут просьба. У вас случайно, вы не сможете одолжить мне ручку, дать на время ручку? Да, вот, пожалуйста. Да, видимо, человек пришел без пенала. Давайте скажем. Тигау нэр пильтунг ланкадиго ван Да, прошедшее время. What? Оставили, добавили нындео, ван То есть, видите, до этого, в общем-то, вы с подобными фразами работали, не разделяя их. Да, пильтунг ланкадиго ван 혹시 볼펜 좀 빌려줄 수 있어요? так тоже можно, да, просто вот другой вариант. 마디 마그로 연습 2 해봅시다. 다음 상황에서어떻게말면좋을까요 к в ниже следующих о б с т о я 예문을 읽어봅시다. 민수 부탁이 있는데요. 미안하지만 이일좀 도와줄 수 있어요? 제가 일이 너무 많아서요. 어쩌죠? Что Минсу, у меня к вам просьба. Извините, пожалуйста, вы не сможете помочь мне с этим делом, а, а то у меня слишком много работы. Ох, как же быть? А, я тоже сейчас занят, поэтому, кажется, не смогу помочь. Извините. Тут еще смотрите важный момент, тоже культурологический, да? Хангук потом котжурль хальте, 아주 харюгу 하려고 노력해요. 그래서 княнг 직접적으로 도와주지 못해요라기보다는 도와주지 못할 것 같아요라고 아, 할 거예요. 다, 한국인이 с т р е м я отказывать мягко, поэтому 아, Именно формулировки, кажется, будет трудно помочь, кажется, не смогу помочь, да, туаджуги, туаджуги, ореольгуткатайо, туаджуги, хинд катайо кулан катаю вот новое слово, да, туаджуги чом, катайо именно вот такие формулировки более приветствуются и ожидаются. Поэтому применяйте. Кром Чингуйки, коминисосо, яги есть какая-то кумин, да, проблема, дилемма, то, что вас терзает, мучает, требует решения. Хочу поговорить, да? Ну, давайте начнем разговор. А, давайте тоже у нас будет минсу, но с которым мы на ты, да? Минсу я кумини комини кумини иннде. Мянаджиман, ты и со не мог бы ты меня выслушать, да? Кумин ты роджуль со Маджимак мод так давайте скажем солнце и вы сейчас подумайте да как мы скажем у меня к вам дело мне есть кое-что что то что нужно сказать как скажем мальсы тырида говорить вышестоящему да поэтому тыриль мальсми инд Да, а 어, 다음 주에 한국에 어, 가서 수업에 어, 못올것 같아요. 네, 죄송합니다. 어, 여러분, 이제 마치겠습니다. 다음 시간에 또 만나요.